В субботу в городе прошел открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей. На этот раз на призы двукратного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Владимира Галкина. Как выяснилось, залог победы не только в силе мышц. Участники этих соревнований – юноши 2004-2006 годов рождения. Причем помериться силами могли не только так называемые разрядники, но и новички. Всего около 140 участников. Причем практически со всех районов области, где существуют секции греко-римской борьбы. Большое количество новичков на турнире организаторы объяснили популярностью этого вида спорта в регионе. Им здесь уделяли особое внимание, в частности, особенностям характера. Самое главное, смотрим характер, как они вообще борются, как соревнования открывают вообще этот новый взгляд. Кто-то боится, кто-то там посмелее борется. Поэтому мы проводим, чтобы посмотреть, насколько характер у ребенка проявляется в условиях соревнований.